Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Вера в духовность и высшие силы у этого имени тоже особенные. Часто встречаются атеисты. Это имя напрямую связано с организаторскими способностями. В мышлении у этих людей присутствует сбалансированность, предприимчивость, сосредоточенность. Активизирует воображение. Символом этого имени по преданию является планета Вулкан, которая связана с огнем и энергией. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Буква У в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.